Вот и подошел к концу 2022 год. 23-й встретит староскольцев обширной программой гуляний. В ночь с 31 декабря на 1 января жители округа ждут сразу на трех площадках. С 11 вечера и до 2 часов ночи пройдет концертная программа на площади Победы, бульваре Дружбы и в парке железнодорожников. Для тех, кто захочет продолжить 1 января, в 17 часов у Были состоится новогодний переполох. Каждый день на протяжении прямо вот до 14 числа января мы готовим интересные развлекательные программы. Ярким таким запоминающимся мы надеемся, что станет самовар, праздник самовара, который пройдет 3 января в парке «Зеленый луг». Приходите все, попьем горячего чая, покружимся в хороводах и, конечно же, поиграем с нашими интересными героями из русских народных сказок. Позаботились и о тех, кто не любит развлечения на свежем воздухе. Кому холодно на улице, мы приглашаем зайти внутрь на «Елкин квест» и пройти замечательный такой квест по нашей учреждениям культуры. Это наши музеи, дом ремесел, центр народных промыслов, это наши детские школы искусства и многое-многое другое. Это наши ДК, которые тоже подготовили интересные программы. С подробной афишей можно ознакомиться на сайте Управления культуры.